после терактов во Франции полиция немножко усилила контроль как в аэропортах, так и на улицах. И поэтому на улицах можно вот так вот заметить просто обыкновенных полицейских, но при этом с АК или, скорее всего, что это М16, а может быть просто какой-то французской разработки автоматическое оружие. Но тем не менее обстановка остается спокойной. Карамелизированный арахис, который прямо на месте карамелизируется. И Франция. На каждом шагу можно увидеть черных, мусульман. И учитывая, что они без сумок и разговаривают на французском, скорее всего, что они местные жители. Местные ребята собираются пообщаться. Белого человека очень большая редкость. На удивление. I'm not taping you. Васи. Они либо черные мигранты, либо приезжие из Африки, либо из каких-либо других стран. Но явно не из России и Украины.
Толерантность приводит к тому, что куча людей из разных стран, которые проникают во Францию практически нелегально, не могут себе найти достойную, правильную работу. И при этом вынуждены подрабатывать, где приходится. Даже из некоторых европейских стран, я не говорю, что из Африки, Сенегала или Ливии, из некоторых европейских стран, таких как Румыния, приезжает много цыган, которые ходят по улице, попрошайничают, воруют. Вот тебе и Франция. Ради интереса сейчас иду в поисках первого попавшегося белого человека. Нету. Редкость. Хотя мы находимся в центре города. Город Марсель. Если обратить внимание на французские автомобили, разъезжающие здесь на дорогах, то можно заметить, что в основном они местного производства, то есть Peugeot, Renault и Citroën. Французы очень заботливо относятся к этому делу, они поддерживают собственного производителя. И поэтому стараются покупать именно такие автомобили, несмотря на то, что они могут быть некрасивые, малолитражки, все равно французы за Францию.